Проследование порушальника, який здійснив ДТЗ и покинул место здарения, привело до аварии, у якой потерпели супрацовники ДАИ. Подробязности резонансные справы у наступном материале. Поведомление на спецлинию 102 об ДТЗ на скрыжевании в улице Межгородняя и Лазурная поступило на передадне у 15:50. Уладальник одного из пошкодженных автомобилей поведомил, что другий водитель, будучи у стане моцного алкогольного опьянения, спробуя сховаться на авто. Информация неоткладно была передадена ближайшим нарадам ДАИ, один из яких выехал на перехоп сбоку объездной улицы. При повороте на Лазурную спецавтомобиль на великой худкости здійснив сутыкнение за автомашиной БМВ, якая подъезжала до скрыжевания. Потом автомобиль ДПС урезался у осветляльную машту и вылетел на обочину. Два инспектора ДАИ с травмами разной ступени тяжкости шпитализованы. Водитель и пассажиры БМВ серьезных пошкоджений не отримали. Призначены шерох экспертиз. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием оперативного автомобиля ГАИ и легкового автомобиля БМВ. В результате столкновения транспортных средств оба водителя и пассажир служебного автомобиля получили телесные повреждения. По имеющейся следствию информации, на момент ДТП на автомобиле оперативного назначения ГАИ были включены маячки и специальный звуковой сигнал. У ходе проведения пошуковых мероприятий была выявлена автомашина, якая покинула место ДТЗ на скрыжевании Межгородней и Лазурной, а после затриманы и ее водитель. Им оказался гамельчанин 1975 года на рождение. На момент его огляду концентрация алкоголя у крови склала каля 2 промили, что отповедает 500 миллилитрам горелки. Сколько вы выпили? Там показалось, что много. Вчера выпивал, а такой... Сколько вчера выпивали? 0,7. Чего? Вот. То есть потом сели за руль в нетрезвом состоянии поехали? Да. После совершения ДТП потребляли? Нет. Точно, точно. Громадян, які володують якой-небудь інформації про обидва здарення, просять повідомити по номерах телефонів ДАІ або 102. Руслан Габрильов, Дмитрий Котов, телерадіокомпанія «Гомель».